Самарскому областному спеццентру, первому в России, присвоен статус клинического. Соответствующий сертификат сегодня был передан руководству медучреждения. О том, какие перспективы новый статус открывает перед центром и почему другие регионы готовы перенять опыт Самарской области, расскажем в сюжете. О положительном ВИЧ-статусе Екатерина узнала 10 лет назад. Первая реакция, как и у всех – шок, страх, непонимание. За помощью обратилась в областной спид-центр. Благодаря вниманию специалистов и поддержке близких, теперь знает точно – ее диагноз – не приговор. Только благодаря терапии можно поддерживать свою жизнь. Много провела вообще времени в больницах. А сейчас у меня появилась возможность как-то реализоваться. Занимаюсь флористикой, увлекаюсь очень. Сейчас в регионе выявлено около 35 тысяч ВИЧ-инфицированных. Это чуть больше, чем 1% от общего числа населения. А ведь в 1989 году, когда центр только появился и располагался совсем в другом здании, в регионе был выявлен и поставлен на диспансерный учет всего один пациент. Увеличилось и число тех, кто находится на специальном лечении. С 25% в 2013 до 60% в этом году. Особое внимание профилактики. Все больше жителей проходит тестирование регулярно. Положительных результатов удалось добиться благодаря комплексному подходу к проблеме. Качество медпомощи становится все выше, в том числе благодаря сотрудничеству практического здравоохранения и высшей медицинской школы. На базе этого центра, спид-центра нашего регионального, сейчас размещены 10 кафедр. И сюда, естественно, приходят студенты, что вот проводить учебный процесс. Но эти преподаватели участвуют здесь, естественно, в лечебной работе. Они как бы оказывают помощь коллективу, работающему здесь. Здесь и молодые врачи, которые хотят защищать диссертации, которые хотят творчески работать, проводят конференции различные. Все это повышает качество работающих здесь людей. Результат такого отлаженного взаимодействия – это присвоение областному спид-центру, первому в России, статуса клинического. Соответствующий сертификат вручают руководству учреждения. Для нас статус клинического – это подтверждение высокого профессионализма работы нашего коллектива. Помимо того, что это престиж для самого лечебного учреждения, это открывает, конечно, массу перспектив и для самого лечебного учреждения. Конечно же, это возможность участия в клинических лабораторных исследованиях, это возможность осуществлять научные разработки в области здравоохранения. Конечно же, все это отражается и на наших пациентов, которые получают качественную и доступную медицинскую помощь в тот момент, когда им это необходимо. А самое важное, да, продляет их жизнь. Сейчас региональный спид-центр участвует в 9 клинических, в том числе международных исследованиях по апробации лекарственных препаратов и различных методик лечения. Опубликовано около 68 научных работ. Более 2000 студентов-медиков прошли здесь подготовку. Задана планка нового стандарта оказания помощи ВИЧ-инфицированным. И этот опыт готовы перенимать другие регионы. Мария Акимова, Роман Опарин, Новости губернии.